Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения чувашского поэта Стихвана Шавлы. В республике его имя знают многие. В Чебоксарах в литературном музее прошла выставка «След на земле», где были представлены его фотографии и книги. При жизни Стихван Шавлы выпустил 30 книг. На многие его стихи были написаны песни. Все, кто знаком с творчеством поэта, помнят его самобытный стиль, который можно легко узнать. Его не спутаешь ни с Уксаем, ни с Хузангаем, ни с Мита, ни с Алга. Он звонкий, в юности похожий на Маяковского, но у него свой стиль. Немного иршистый и в мыслях, и в стиле, и в речи. Сытый человек не просит хлеба, за водой не ходит по соседям, но чтоб от чакры жить быстрее, за огнем спешит к своим друзьям. Характер и внешность поэта были под стать его стилю. Боевой, прямолинейный, громкоголосый, высокого роста. Именно таким его вспоминают друзья. Не зря его фамилия на русском звучит как Шумков. О страсть, о жажда бытия, нет утешения и не будет. Как бурю успокою я, неужто век в груди прибудет? Наивен ты, пожар внутри даст право состязаться с веком. Раз ты назвался человеком, не смеешь часто петь, гори. Его творчество очень обширное. Он писал и для детей, и для взрослых. Много его произведений на тему юмора и сатиры. Стихвана Шавлы оставил значительный след в чувашской литературе. По сей день выходят книги, посвященные его творчеству и биографии. Алексей Табинов, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика.